Представители мира спорта также активно участвуют в голосовании. Так, председатель Белорусской теннисной федерации бизнесмен Александр Шакутин сделал свой выбор на избирательном участке номер 48 на проспекте Победителей. Он считает этот день праздником и намерен посвятить его отдыху и общению с друзьями. День выборов – это день праздника. Для меня это один из самых важных праздников вообще всего пятилетия. Поэтому я буду отдыхать, буду радоваться жизни, буду встречаться с друзьями и будем обсуждать, наверное, итоги, и будем ждать итогов. Это право, не право, а обязанность, наверное, если ты считаешь, что ты можешь в этой жизни что-то поменять и думать, что если ты, твой голос никому не нужен, наверное, тогда это получится как-то совсем неправильно. То есть ты должен прийти и свою позицию выразить. Наша страна процветающая, спокойная, мирная, да, как бы за стабильность в нашей стране. То есть за то, что мы сегодня имеем. Мой такой гражданский долг, да, прийти сегодня проголосовать за того кандидата, которого считаю, ну, правильным и нужным. Заметим, спортсмены сегодня находят возможность проголосовать, даже несмотря на плотный соревновательный и тренировочный графики.